Да, потому что сейчас будет поворот наш. Лезь направо. И туда вот левее. А? Не ехали? В прошлый раз мы тут ехали, забыл. Едем нормально, не заблудимся. Я надеюсь. Безумный фонарь такой одинокий, куда-то светит. О, какая-то. И замолчал сразу. Саш, через деревню поедем или в объезд? Просто я сейчас как хочешь, где вот мы через кусты. Мне кажется, проще прямо. У тебя навигатор. Что-то резинка слабовата. О, вот так. Да резинка слабовата, фонарик немножко спадает. Резинка. Да, под фонариком. Он так бьет без пучка. О! Вот это заебись.
Стой, включи на максимум. Да. Рассеивают, да, сразу? Да, вот там потом стоит и рассеивает. Нет плотника, поэтому он далеко не пьет. Ну, а, вот так нормально. В принципе, на 4 часа за 1000 рублей. Вот на деревню поворот был. Сейчас я объедем по асфальту. Вылезем в поле. А главное, следующую деревню не пропустить. Потому что сложно понять, где мы иногда. По ней не ездили еще. Сейчас будет скоро. Давайте вперед. Валя, где тут? Сколько ты купил свой подарок? Я с Китая заказывал 30 баксов. Ждал 2 месяца. 1000. Чуть побольше, да. Поезжайте вперед.
потихонечку. Вообще-то нам вот туда вот, да, куда нет. Саша улетел. Налево? А, Саша он туда ушел. Он решил, Вадим, давайте остановимся. Мы можем проехать напрямик, можем проехать, как он поехал. Поехали, как он. Они как бы обходят деревню с двух сторон, эти две дороги. Да что ты?